Если вам звонят и представляются сотрудниками Центрального банка, Минфина России или правоохранительных органов, то, скорее всего, вы столкнулись с финансовыми мошенниками. И самый действенный способ противостоять им – сразу положить телефонную трубку без разговоров. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Нельзя сообщать незнакомцам во время телефонного звонка пароли от банковских приложений, номера и пин-коды банковских карт, код из СМС и другие данные. Чем дольше продолжается ваш разговор со злоумышленником, тем выше вероятность потерять сбережения, напоминают специалисты. Телефонное мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, ведомств и правоохранительных органов, является одной из самых распространенных схем обмана. Территория сквера на Хлебной площади участвует в голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2025 году. Чтобы поддержать территорию, в сквере на Хлебной площади планируется общерайонный экологический субботник «Чистый сквер. Сделаем вместе». Присоединиться к уборке территории можно 20 апреля в 10 утра. Сбор участников около храма. Бронирование льготных путевок в детские лагеря на летний период 2024 года будет доступно 24, 26 и 27 апреля через социальный портал www.suprema63.ru. Там же можно ознакомиться с подробной информацией о лагерях и условиях бронирования, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. 15 апреля в 1961 году в городе Куйбышеве появилась улица в честь первого космонавта планеты. Так решил местный горосполком, переименовав Черновское шоссе в улицу Юрия Гагарина. Именно по этой дороге Гагарин проезжал с заводского аэродрома на Безымянке, следуя на обкомовскую дачу, пишет телеграм-канал железнодорожного района.